Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике должен собраться на открытое заседание. Новые тарифы на природный газ на этот год будут объявлены в пятницу, 16 марта. В обсуждении на прошлой неделе представители НАРЭ заявили, что обладатели лицензии в отрасли потребовали более высокие тарифы на транспортировку и распределение газа. Принимая во внимание эти расчеты, как и тот факт, что закупочная цена природного газа сократилась до 178 долларов за 1000 кубометров, но и эволюцию валютного курса, поставщик «Молдовагаз» предложил тариф для потребителей в размере 4914 леев 97 банов за 1000 кубометров, на 630 леев или 11,4% меньше действующего тарифа, который составляет 5545 леев. Представители «Молдовагаз» отметили, что снижение тарифа на 20,3% предложенного НАРЭ не покрывает инвестиции, сделанные компанией в 2016-2017 годах.